Всем доброго времени суток, вы на канале Hard Reset Info. Это телефон Samsung Galaxy A21s, и я вам сейчас покажу, как этот телефон можно загрузить в режиме recovery. Что мы для этого делаем? Зажимаем клавишу питания, после выбираем выключение и ждем, пока наш телефон выключится. После того, как мы услышали вибрацию, зажимаем клавишу питания и громкости вверх одновременно. Как только на телефоне появляется меню Recovery, вы можете свободно им управлять. Для того, чтобы это делать, вы используете клавиши громкость вниз для перемещения вниз, вверх для перемещения вверх и клавишу включения для выбора. Для того, чтобы выйти из данного режима, выбираем опцию Reboot System Now. И ждем, пока телефон перезагрузится. Что же, и на этом все. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч. Пока!